сегодня мы вам покажем, как подготовить щенка к выставке. Сегодня у нас щенок бернский зенинхунд. И вот у нас есть одна проблема. У него здесь вот розовая... Стой, Дарлинг, успокойся. Розовая шея, которую надо сделать белым. Шея розовая от того, что он пьет воду, и постоянно вода это здесь собирается. То есть и нереально ее постоянно вытирать и сушить. Будем сегодня пробовать это все замаскировать. Значит, начинаем. Сегодня мы его просто купаем. Шерсть сильно не выбиваем, потому что ее становить в принципе и нету. Просто детский пух. И нам его надо оставить. Что-то еще до выставки, чтобы не быть совсем лысым. Да, Зайка? Стой, мам, ладно. Поэтому сегодня наша задача хорошо отмыть вот эту шею. Просто привести окантовку лапок в порядок. Посмотреть, что у нас этого получится, да? Кстати, вот что я забыла. Я же помню, что забыла. Забыла мицеллярную воду взять. Да, вот эти ушки вот тут бы не мешало, конечно, обработать. Ладно, мы сейчас попробуем. Думаю, что шампунь еще возьмет эти ушки. Так, значит, шампунь обязательно разводим. У нас сегодня мы будем применять К9. Это для белой шерсти. Сейчас мы ее разведем и нанесем в первую очередь на наше белое место. Стоим. Поворачиваемся. Давай, кто это вот хрюкает все время? Не уверена, конечно, что она до белизны отмоет, но пробовать будем. Если вариантов нет. Да, да, несла. Да. Взяла шампунь. И вот мы ставим это вот. Дальше на основную шерсть мы нанесем шампунь для черной шерсти. Стоим. Это у нас шампунь для черной. Он такого болотного цвета. Давай, поднимайся. Белый пока шампунь оставляем. И наносим просто шампунь для черный. Вчера его вывалили. Можно наносить мочалкой, но мы мочалку сегодня свою не взяли. Становись, поднимись, поворачивайся, поверни, стой. Да, не сними. Конечно, можно было выбетриться еще и для рыжей шерсти шампунь, но это уже слишком. Так, черного нам не хватило. Сейчас берем еще. Стой. Он усиливает пигмент, да? А? Усиливает пигмент? Да. Возле ушек особенно тщательно вот тут вот. Вот это, наверное, где я уже мою, можно сокращать, останавливать.
ну, собственно, как я и думала, конечно, ничего это розовое не отмылось, рыжая. Но... Проще будем применять пудру. Пудра наносится, правда, уже на сухую, высушенную сейчас. Вода такая еще идет у нас грязненькая. Ну что, тоже можешь сократить. Шапку нам сделать. Да прямо-таки, конечно. Прямо же устал-устал. Это мы только еще моемся, еще не сушились. Угу. Покрепимо. Что там они делают, а? Что вы там тебя все время снимают, снимают? Ой. Если бы еще можно было лежать при этих всех процедурах, ну, это было бы самое любимое для Дарлина. А тут надо стоять. Вода у нас уже идет чистая, собака уже чистая, шерсть у нас уже хорошо отмыта. Мамин нос. Чтобы не отбить у него охоту купаться, выставляться, вообще подготавливаться ко всем этим выставкам. Да? Сейчас мама даст вкусняшку. Давай.
Ой, попа тяжелая. Сегодня бальзам мы применять не будем. Шерсть у нас довольно-таки нормальная, хорошая, не сухая. Лишний пух нам тоже пока выбивать не надо, чтобы не быть к выставке лысой. Все, так. Все. Теперь берем наше впитывающее полотенце. Впитываем лишнюю влагу. Это намного проще, чтобы не пачкать все полотенца. Дарлинг. Не садись. Пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста. Стой. Теперь возьмем. Стой, нет, 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 стой. Нам единственное, что надо сейчас сделать, это расчесать шерсть, чтобы она не оставалась кучерявой. Потом будем сушить его. Да. Скоро не поместишься на этот стол. Да, мой бегемот. Все, встал. Отдохни. Ай, красота. Стоп, 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 стоп. Просто дома помоем там собаку. Пока вот так вот не продуть ее всю бустером каждый кусочек, не увидите колоска. Вот я уже штук 5 не видела. Хотя я каждый вечер их ищу. Вот шерсть без расчески отлично поднимается. Да? Конечно, детский пух еще не такой блестящий, но именно такая штука сама
Дарлинг, нельзя. Нет. Три человека надо, да? Здесь типа задержал. Волоски вылетают. Вот чем полезен еще груминг частый. Да, мы сразу выбили кучу волосков сегодня, которых не видно, даже когда просто дома расчесываем или просто дома. Он играет свои песни. Значит, мы бальзам не использовали, но мы будем использовать спрей. Это спрей такой, бальзам-кондиционер тоже для шелковистости. Стой, объема, текстуры. Повернись. Вот мы уже после высушенной шерсти, на высушенную шерсть, повернись. Наносим вот его вот такими вот движениями. И дальше мы будем опять досушивать за феном. Вот оно дает, видишь, сразу этот блеск. Передает ли эта камера? Ну, шелк, конечно, шелк, шелк. А здесь прям вообще. Да, ты наш красавец. И кто тут такой красивый? Кто тут такой красивый, мамин ребенок? Где тут мамин такой красавец? Покажи свою шапку свою.
наши розовые места. Стой, стой. Ну, сказать, чтобы, конечно, сильно отбеливало, не скажу, но все равно оттенок прибило. Ой, все. Теперь интересно. Стой. Чтобы ее не было видно, поднимись. Стоп. И остатки. Хотя, наверное, надо все-таки еще крем купить, на котором она, может быть, будет больше давать эффект этой белизны. Стоп. Стой, стой, стой. Сейчас не выпачкайся. Сейчас я выпачкаю.